Вы как хотите, мне странно. Ведь я почти уже любил ее за некоторые пафос очертаний, так сказать, и вообще за выражение лица. Когда знакомишься на улице, тирады о погоде не проходят, устарели как идеи. Я предпочитаю для начала выразительней какой-нибудь вопрос философического свойства. Например, где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует это хоть бы что. Не удивилась, как не удивился бы реаниматор или милиционер. Нет, я не жалуюсь, я в принципе бы к тому, что мир бывает невнимательным и черствым, что благородным идеалам не соответствует ни шибко или требованиям высшим отвечает не вполне. Черт с ним, не отвечает и черт с ним. Но почему в таком количестве и в каждом переулке изначально бесконечный всегда по отношению ко мне? Еще я мальчиком все думал, заведу себе зверька, а то и кого, насколько скачет по полям-то. Возьму товарищей разумного жирафа, муравьеда или просто кенгуру, я даже имя подыскал. Лямбда, я назову его Лямбда. Так думал я, но детство кончилось, а бедный муравьед так и сегодня остается невостребованным, скачет, где скакал. Времени взошла на татуар, со столицы Груя и Рдей. Я весьма вела, не хуже первой, даже лучше, может, даже лучше всех. И это, кстати, я ведь тоже не любой. Где я? Скажите, девушка, где я? Не к вам, не к вам ли я теперь уже совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на любовь.